Что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрепанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Бродяга 1-3, это бродяга главный, внимание, выход на исходную через 5 минут, прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный, ситуация развивается. Вызывай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Пошли на вечеринку, мы опоздаем.
Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно... Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали! Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно... Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Кто-то идет. Назад! Пропустим! Он ушел! Проходим двойками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Все меня ранили! Затаскивай его! Быстро! Пошли! Снайпер еще там! Террористы! Не высовываться! Блядь, лезут! Движение, движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей! Я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Не подходить к машинам! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Боевики у здания на том конце стоянки! Входит с фланга! Движение! Вон там, там! До стены идут! Справа! Слева когда? Готов!
Хантер еще там. Прекратить огонь! Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукинцы. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Иди от укрытия к укрытию! В окнах не светится! Не тормози! Эти парни не местные. И говорили не по-арабски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Пошли. Двигаемся. Иду. Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет. Тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Так, его видно? Есть. Блэк, давай! Снайпер там, на той стороне улицы, на полпути. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял. Выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. Вижу противника. Движение на улице. На его пройти. Победи их, один-три. На балконах слева. Боевики на крыше. Четко перед нами. Как ты
Противник! Отслеживать улицу и крыши! Отбили! Все чисто! Да ты прикалываешься! Не зевать, ребята! У нас когда? Бродяга 1-3! Снова Док Холидей! Спасибо большое! Мы прошли! Теперь позаботимся о вашем друге! Конец связи! Они идут к нам. Думаю, они в здании. А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Да. Назад мы уже не пойдем. Надо найти другой путь. Это нереально! Это можно использовать как мост! Давай! Сраный бойскаут! Пошли, пошли! Большая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Черт, контакт! Это двое из него. Всем быть начеку. Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное! Вторичное, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания.
Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. На стену! Глуши пулемет! Блэк, займись за пулемет. На этой улице нам нужен огонь на подавление.